have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и да, я подумал, что один раз в неделю Тапса будет маловато, поэтому теперь его будет два раза в неделю, почему бы нет, хорошего много не бывает. Итак, на вот этих вот ребят, блин, их много, они крутые, что мы можем им противопоставить? Снайкарчеров? На самом деле нужно было, наверное, поушн-селлеров кидать. Видите, слишком медленно. Да, некоторых затоптали. Кто-то там лежит такой, ногой притопывает. Что это такое? Ладно. Давайте поушн-селлеров попробуем. Где вы там были, ребят? Вот. Три! Это вообще ни о чем. Блин, а как? Вот этого чувака потащили, конечно. Кидай! Ну нет, ясно. Поушн-селлер нужен. Я думаю, один. Вот тут подальше его поставить. Черт, это сложно. Вампиры? Ну, на самом деле неплохо. Но нет. Можно одного? Candlehead, Skeleton Archer. Чё, блин? Ну, что я могу на 700, блин, поставить? Я могу ниндзю, кстати, поставить. О, есть же хвача, стойте! Я забыл про нее нафиг. Ну и давайте монаха. Чё-то вообще, по-моему, ни разу это не сработает, но ладно. Он там одного-двоих выпил. Да, по счетам оно все нафиг. И ниндзя, и монаха, и всех просто к черту. У меня даже на хвачу не хватит. Она 1500 стоит. Зараза, как? Темпл лич? Ох ты ж, ё! На самом деле это было неплохо. Кто остался? Да! Победил! Вообще не знаю как. Это было очень сейчас, вот, блин, да. 1500. 1500 у нас 3 косаря и поушн-селлеры. Блин, это очень крутые ребята. Ха-ха.
Блин. Есть! Добейте вот этого, пожалуйста. Да! Вынырнул такой из-под забора, выпустил стрелу и упал обратно. Блин, вообще, как мы это выигрываем, я не знаю. Так. Не, ну тут-то, кстати, более-менее все понятно, мне кажется. Даже можно вот так попробовать. Хотя нет, так не... Они слишком косые, да. Да, это нужно не копьеметчиков, это нужно лучников. Они быстрее заряжаются, они точнее. Стреляем? Блин, ребят, стреляем! Три рыцаря осталось. В какой классной позе чувак отъехал. Нет! Нога дергается. Неплохо. Чифтаны. Щитовики. Нать. Кстати, они его могут убить. Это все-таки чифтаны, их много. Но фишка в том, что он им не дает подойти, это уже хорошо. Нет, убили, прикинь. Значит, кроме чифтана нужен боунмаг. И нет, не боунмаг нужен. Нужно что-то другое. Ой, неплохо прям. А сейчас слон справился нормально. Они так удачненько под один бок ему подвинулись. И все хорошо. А, ну ладно. Давайте так. Не, зачем? Я таб нажал. Зачем я таб нажал? Я хотел выйти из слон... Блин, это да. Да, мы выиграли. Супер. Пришлось просто переиграть. Ой, блин, Зевс. Ой, блин, сраные щитовики. Так, ладно. А слона на слом щитовиков. И... стрелков просто на добивание.
Блин, щитовики не доломались. Нет, нет, нет. Так не годится. А, значит, не слона. Значит... О, давайте. Нет! Блин, вообще ничего не сделали. Вот я не знаю, как это работает. Ну, давайте тоже Зевса в самом-то деле. Чё это я? И давайте, может быть... Баллисту? А почему бы нет? Попробуем. Баллиста просто взяла и убила моего же Зевса. Не, ну нормально. Да, давай Минотавра. Все, поехали. Бедному Зевсу досталось от меня же. На тебе! Прописал слабешника такой. Не-не-не, чувак. Не-не-не-не. Не, на тебе! Приемом. Да, это было прикольно. Это было прям весело. Что у нас тут? Блин. И 3600, а? Да. Хрономансер? Нет, хрономансер это... Ой, не хрономансер, этот... Ого, ого. Да, миниган, серьезно? Так, пиратская королева. Погодите, до этого еще дойдет. Танк да Винчи. Что, блин, 4000 мне не хватает на него. Король обезьян. Ну, фиг с вами, пусть типа Зевс и на 1000... Давайте ту же самую комбинацию замутим, да? Попробуем. Ну, так себе, на самом деле. Да. Может, Минотавра вперед, наоборот? Давайте попробуем. Вот он всех вокруг себя собрал. Да, нормально. Просто на Зевса такие наседают. Ну, пошли вон. Так, это баллиста. Я думаю, вот так. 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 Так и вот так. Один посох остался. Я пойду обойду с той стороны. Да-да-да, все таки было. Просто я смотрю, прилетела стрела из баллисты, один посох остался стоять. Это что вообще? Все, поехали дальше. Прикинь, подкрался ко мне. Так. Это что, типа два рыцаря? 3600. Вы офигели. Явно.
Ух. Не знаю. Насчет эффективности посмотрим. Лучники, прям лучники, смотрите. Лучники точными выстрелами выстегивают. Дайте мне Зевса. Наверное. Блин, а мы что, по той же строте делаем все? Вот ты жесткий парень. Фух. Держись. Ёлки, камень в лицо прилетел. Стреляй. Все, остались лучники. Нет, осталось буквально 3 лучника. Ну вы что делаете? Так, хорошо. Это работает, но... Баллисту, баллисту! Лучников! Ты можешь к нему не подходить? Черт, он сейчас ударит! Есть! Просто защиты ему молнию туда засунул, на, поджарься. Это сложно, если что. Щитовики, гоплиты, йогурты, ёплиты. Ну, в смысле, ёплит, йогурт. Ладно, так. Пошн-целлеры, что ли? Ну, давай. Сейчас мы им проломим оборону. Блин, вот это плохо. Вот это прям плохо. Да. Так можно, конечно, сделать. Блин, змеи прилетели не в тему. Да. Хорошо, это не та стратегия, все забыли. А, лучники тут тоже не то. Одна змея мне хватит. Да ну нафиг. Одна змея расфигачила всю хвачу. А чё никого не убило-то? Куда ты выстрелил?
Нет, ну оно все по счетам проходит и никуда ничего не проходит. Ледяные лучники? А, это не ледяные! Это огненные лучники! Нет, 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 это была ошибка. Не, ну как бы да. Да, все, ладно. Нечего выпендриваться. Если есть готовый план, нечего, пожалуйста, выпендриваться. Зевус и что-нибудь на 500. Знаете, на сдачу просто. Вот вам еще одна Валькирия. Вот все, пусть все хедбаттеры на нее сработают. Нет, ты прикинь. Я в Валькирию не попадаю просто. Я понял, я понял. О, знаете что? Не, погодите. Где у нас там она была? Да. Не. Блин, Валькирия, это что-то читерское. Не годится. О, не, не король. Блин, чё бы такого? Чё бы такого? Такого-то чё? Чё бы? Слишком быстро. Мне нужно что-то, чтобы... Что-то, что будет бить валькирий. Своих валькирий, но это мало. Они меня убьют. Их больше. Да, это причем вообще не рассматривается. Мамонт? Нет, ну как бы да, но нет. Вообще просто замесили. Просто замесили. Ох, ёлки, а как? Мушкетеры? Долго перезаряжаются. Нет, не годится. Вместо вот этих мушкетеров можно поставить вот так вот. Нет. Я не выигрываю достаточно времени. А что если... Вот так. Просто выиграть время. Трех валькирий, они, короче, ваншотят. Валькирии, они ваншотят практически все. Нет. Блин. Нет, на самом деле это неплохо работает. Ну, относительно неплохо. Мне нужен мушкетер. Два, вернее. И мне нужно...
Нет, блин, валькирии, это прям вот... Они крутые, они летают, они все... О, гарпунеры. Фишка в чем, что вот эти ребята, они отвлекают. Нет, 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 нет. Блин, это очень грамотно проставлено. А что если пиратскую королеву? Блин. Тут прям есть над чем задуматься. Можно, конечно, знаете что? Фишка с Земсом у нас не прокатывала, да? Так, на танк у нас не хватает. Скелеты-лучники, чё? Нет. Черт, это сложно. Вот вам метатель динамита. Два. Три. Может, Дэй-Дэй? Блин. Юху, дидл бади дуба. Долго взрывается так. Хорошо. Блин. Один хорош. Блин, нет, 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 нет. Эта штука, по крайней мере, убивает валькирии, если что. Из пустоты, блин. Валькирии просто все ломают. Опять же, вот эти на себя принимают первый удар, разряжают... Да, ясно. И, то есть нужно и их как-то отвлечь. И... Ух ты ж, ё... Хвача.
Хвача вообще бесполезная штука, я не знаю. Ну, то есть, прям реально бесполезная. Скеркроу? А, это их не убивает, это их просто валит с ног, серьезно. Сорткастер. Ну, хедбаттеры все забирают, прилетают валькирии и все добивают. Это бесполезно. Черт! Я не знаю, что делать. Мушкеты офигезная штука, но... Что с вашими лошадьми, блин? Кстати, мы их неплохо потрепали. Два мушкетера. Дают нам сразу же два трупа. В этот раз вообще все хуже пошло. А как вы... Твари. Кстати, довольно неплохо было. Нет, они сразу на мушкеты. Ёлки, я не понимаю, в чем прикол. Как только я ставлю мушкеты, сразу же все становится гораздо хуже. Где там мусорка-то? Блин. Это прямо проблема. Ярл и кто? Давайте Айс Арчеры. Убейте последнюю. Как? Она как-то летит, блин, у нее из задницы этот меч торчит. На самом деле было неплохо. Давайте попробуем еще раз. Пернатые твари. Главное, валькирию заморозьте. Да, все. Ну все, мы выиграли. Фух. Это было прям сложно, если что. Я не знаю, с каждым разом становится... То есть, бывают фановые уровни, а тут прям сложно. Ну, тут ломаем. И... Зевуса. Может, кстати, Зевса попробовать потом. Блин. Стреляйте!
Да, нужен, по-моему, Зевс. Он и... Делаем вот так. Блин. Ой, у меня еще минотавр живой, серьезно? Он там развлекается. Нормально. Вырулили. Я думал, что у меня только Зевс остался, там минотавр с чуваком в руке просто разносит всех. Кто вы? Ой, блин, чертовы валькирии опять. Да ёпарэсэте. А, ну что ж, получается Ярл. Попробуем. Тремя ярлами это все затащить. Еще раз, можешь сделать ульту? Да. Блин, ярлы это просто какая-то имба, на самом деле, вот просто. Так, тут король, тут барды, рыцари и пьянки. Да, попробуем. Прям вот так попробуем. Неплохо. Ну, получается все. А, у них еще лучники есть. Ну, все, в принципе, да, это сработало. Мамонты. Щитовики. Дофига денег. Так, чем могу? Я могу, кстати, танк попробовать. Я не знаю, что это мне даст. И, ну, не знаю, мушкетеры, кстати. Ну, давайте попробуем. Ну да. Ладно. Танк сработал. Танк хорошая штука. Это дорого, но это работает. Угу. Ну, вроде все. Да. Нормально. Это работает. Щитовики. Ах вы, твари, у вас подкрепление. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр.
Половина мимо пошла. Блин, последний. Короче, да, слон здесь работает. У нас остается еще 700. На 700 я могу взять... Кого я могу хорошего такого эффективного взять на 700? Валькирию, например. И еще хедбаттеров. Чтобы маги выстрелили. Молодцы, еще и по своим выстрелили. Они зарядятся, правда, да? Блин, я свою же валькирию убил, я красавец. Убей его. Давай. Есть! Просто наступил ему на пятку. Хорошо. Вы издеваетесь нафиг? Не, ну это все. Это ку-ку, до свидания. Нет, даже не близко. Твою за ногу. Это же непроходимо. Ну, это проходимо, конечно. Но это же непроходимо. Вы чё? Ёлки-палки. Там еще чертовы лучники. Пожалуйста, выиграй мне это. Это ледяные лучники. Убей, 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 давай! Да! И вылезла ачивка. Это больше челлендж, чем тебе казалось. Елки-палки, да! Мы прошли третью кампанию. Tactical Challenge Levels. Да. Все, ребятушки, тогда давайте на этом заканчивать. В следующий раз пойдем в династию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.